Shalom Alechem, Erev Shabbat Shalom, Shabbat Parashat Yitro, продолжаем Daf Yomi Трактат Псахим, лист 76. Ерусон Шей Диврей Тора Лил Нишмат, Корен Ифаймим, Михалам Рамонха Бен Тамар, Ласхата Мисраэль Руфат Бегам, Лил Нишмат, Даниэль Бен Ривка, Ласхата Исраэль, Ама Исраэль Руфат Исраэль, Руфа Шама Хаяр Харбат Яфаха, Исраэль Бат Тамара, Бегам Ривка Бацара. Топ. Сегодняшний лист очень интересный, в нем записаны основные законы кашрута. Коротко. Говорит Рашита, говорит Гмара так. Два вида пищи, которые смешались. Объясняет Раши, или молочное с мясным, или кошерное с некошерным. Допустим, была тарелка с горячим супом, упало туда горячее молоко. Кошерное, некошерное, то закон говорит так. Упало горячее в горячее, все запрещено. Почему? Потому что вкус передается. Горячее в горячее упало, вкус передается. Если упало холодное мясо в холодное молоко, все кошерно. Вытащите мясо, помойте его хорошенько, можно кушать и то, и это. Вопрос, спор между Рав и Шмуэль в том, что когда упало горячее мясо в холодное молоко, или наоборот, что сильнее, то, что сверху, или то, что снизу? Рав говорит, или Агавар. Рав говорит, сверху то, что падает, оно сильнее. Оно побеждает только то, что снизу. Поэтому даже если горячее масло упало в холодное молоко, все запрещено, говорит Рав. Почему? Потому что это мясо согреет это молоко, и это будет вкус передаться, и это будет запрещено. Или то же самое наоборот. Если было горячий сыр, упал в кастрюлю с супом, то же самое. Так считает Рав. Хам ле тох цонен асур, цонен ле тох хам мутар. А если он говорит наоборот, холодное мясо упало в горячее молоко, цонен ле тох хам, горячее в холодное, Рав говорит, что это можно кушать. Почему? Потому что то, что сверху, оно побеждает то, что снизу. Шмуль говорит наоборот. Нет, побеждает то, что снизу. Поэтому Хамле тох цонен, если было что-то горячее, упало в холодное, можно кушать. Горячее мясо упало в холодную. Холодное молоко, мясо вытащить нужно. Но, говорит Гмара, объясняя там, что все-таки с мяса нужно будет срезать небольшую корочку. Почему? Потому что до того, как молоко еще остудило это мясо, все-таки это мясо немного этого молока проглотило, впитало в себя. Но цонен ле тох хам, но если упало горячее, холодное мясо в горячее молоко, то что побеждает, по мнению Шмуэля, нижнее. Я вас, возможно, запутал, но Аллаха идет по Шмуэлю. Обычно есть правило. Рав и Шмуэль, Аллаха ки Рав би Исурим. Когда спорят Рав и Шмуэль, Аллаха идет по мнению Рав во всем, что касается запретов, кашер или не кашер, но в этом случае Аллаха идет по Шмуэлю, как мы дальше увидим, потому что есть две брайты, две мишны, которые подтверждает слова Шемуэля. Дальше мы сказали. Теперь Гмара приводит три примера, которые мы сказали вчера. В подтверждение слов Рава. Не как Аллаха сегодня, что может быть Рав прав, что то, что сверху падает, оно сильнее. Что мы сказали? Мы сказали первый пример. Натав мяротев алахерец вехазар ала элав и толет мекомо. Мы сказали, барашка я запек в печке. Если от него капля капнула на глину, и потом вернулась на этого барашка, нужно срезать барашка размер с нетиля, с один палец. Это если жертва приносится. Не важно что. Это Корбан Песах, потому что Корбан Песах должен был испечен на огне, а не от чего-то другого. Сейчас посмотрите, сейчас у нас интересный здесь кейс будет. Второе, натав миротев аля солет. Если из соков этого барашка упало в муку, мы сказали, с муки тоже нужно взять. Что это доказывает? Что верхнее сильнее, чем нижнее. Почему? Потому что упало же в муку, так, это согрело муку, и мука стала запрещена. Так, это можно объяснить по мнению Рав. Поэтому получается здесь так. И херес, и солит, имеется в виду, эта печка была уже не горячая. Когда на нее этот сок из этого барашка капнул. Что здесь было? И печка была холодная, и мука была холодная. И мишна объясняет теперь. Гмара всегда пытается объяснить мишну по обоим мнениям. И по мнению одного мудреца, и по мнению второго, даже если у них есть разногласия. Поэтому мишна говорит так. Гмара объясняет так. Или агавар. Мы сказали, что сильнее? Верхнее. Выходит горячий сок, который вышел из этого барашка, упал на холодную печку. Это
этот горячий сок, разогрела эту печку, согрела ее, потом, в свою очередь, эта печка согрела, сварила эту каплю снова, и потом, когда эта капля упала на барашка, то тогда это стало запрещено. Почему? Потому что эта капля, или теперь на самом деле мудрецы объясняют, как так может быть, объясняют, что можно, это было раз за разом, капало несколько капель друг за другом, и эта печка согрелась и сварила эти капли, и потом эти капли капали снова на этого барашка. Получается, что этот барашек сейчас, часть его сварилась тем, что не было сварено в печке. Эта капля сейчас разогрелась от этой печки, которая была холодная, стала горячей, и вернулась туда. Поэтому получается, что здесь идет, по мнению Рав. Это мы здесь пока 1/60 часть не говорим. Мы говорим, что сильнее сверху, без 1/60 части. Теперь, что получается? И то нельзя, получается? Непонятно. Нужно будет еще раз послушать. Поэтому, что получается? Сейчас все будет ясно. По мнению Рав выходит Илья Гавар, как мы сказали, эту мишну, то, что мы объяснили, можно объяснить по мнению Рав. Шмуэль говорит, нет, Тата Гавар. Шмуэль говорит, то, что снизу, оно сильнее. А где Бехерес Ротахат, Увесолит Ротахат, Хам Лето Хам. Он говорит, наша мишна вчерашняя сказала о том, что и печка была горячая, и мука была горячая, и попала горячий сок от барашка в горячую печку или в горячую муку, поэтому там нужно убрать. Теперь третье. Сахубе шемен терума. Третий пример, мы что сказали? Взяли этого барашка и намазали маслом от трумы. Если коэны имеют право кушать. Если не коэны, если этого барашка еще не зажарили, должны это масло смыть. А если зажарили, мы говорим, если Илья Гавар, то если мы его зажарили, там мы сказали, нужно срезать, правильно? Говорит, если верхний горячий, это масло было холодное. Почему? Поэтому выходит, что-то так. Шани сикады, машу, беальма. И по мнению Шмуэля не пойдет. Если нижняя горячая, то она разогрела это масло. И масло должно было впитаться. И всего корочку недостаточно порезать. Поэтому говорит Мара, на самом деле, что клипа, масла там было очень мало, поэтому впиталось только на клипа, на короткую корочку. Теперь. Аллаха говорит так, теперь все равно, если Илья Гавар выходит по Шмуэлю, почему? Потому что Илья Гавар, если это масло было холодное, его намазали, поэтому всего нужно корочку, потому что нижнее сдается. Теперь, чтобы мы это запомнили, то, что сильнее, Аллаха говорит то, что внизу. Поэтому у нас есть закон. Человек, который хочет попить теплую воду на шаббат, что он должен налить? Сначала горячую или сначала холодную? Холодную. Сначала холодную. И холодной должно быть больше, чем той горячей, которую я налью. Почему? Потому что горячая, когда падает в холодную, холодная ее остужает. То, что внизу, оно сильнее. Так, Аллаха. Кофе делаем сначала молоко. Там есть тоже, это весь большой вопрос, поэтому кофе с молоком. Я зачитаю, потому что слишком большое наливаем количество молока. Тоже нежелательно. Но так как там... Третий кап уже берешь. А? Вопрос состоит в том, что меньше количества. Поэтому нужно третий стакан делать. Вода же с третьего. А? Нет, если уже третий стакан, уже вода не варит. Но просто я вам говорю, этот принцип в том, что этот принцип действует и на шаббат, и на кашрут. То, что снизу, оно сильнее, но это не так просто. Есть мнение, которое говорит, что то, что сверху сильнее, но Аллаха не по этому мнению. Мы идем по тому мнению, что снизу то, что сильнее. То, что снизу. Поэтому вы должны знать, если у вас был стейк горячий, и положил туда ребенок сыр, все, и это запрещено. А если было наоборот, стейк был холодный, а сыр был горячий, тогда там нужно посмотреть, это было не жирное или жирное, тогда уже это легче. То, что снизу, оно сильнее. То, что снизу, побеждает то, что сверху. Но несмотря на это, пока то, что сверху холодное, горячее, попало на нижнее холодное, пока это холодное побеждает это горячее, она осуждает, все равно немного от горячего впитывается и нужно будет там срезать. Две брайты приводят словам Шмуэля и говорят так. Цонен ле тохам, цонен ле тохам, тата гавар асу. Хам ле тох цонен, тата гавар колев. Как мы сказали, холодное в горячее запрещено. Сверху холодное попало в нижнее горячее, запрещено. Горячее в холодное разрешается, только нужно срезать. Как мы сказали, так как Аллаха, несмотря на то, что идет по Рав, говорит Рашид, здесь Аллаха идет как Шмуэль. Дальше говорит Гмара. Амар мар цонэ ле тох цонэ эн медиях, ви амар хуна, и ви имя мелахо,
а вим малу малхо асур. Теперь попало две вещи, холодное в холодную. Что нужно сделать? Помыть. Но если одна из них была засолена, и говорит Рафуна, тогда будет запрещено. Почему есть правило, которое сказал Шмуэль? Малях авеу каротеях, гареу каротеях, кавуш ареу кимушаль. Если что-то засолено очень сильно, что нельзя его есть с этой солью, нужно ее смыть, нужно ее замочить, то вот эта соль передает этот вкус тоже. И только поэтому у нас проблема, человек, который делает, думает, что он делает свою зелень, солью моет, не подходит. Если оставил до больше 18 минут, возможно, эти червячки там заквасились. Поэтому нужно смотреть время. И соль на самом деле не помогает, нужно там мыло использовать. Дальше, кавуш ареки мушаль. Человек, который что-то замариновал, или не обязательно замариновал. Как мы мясо делаем? Мы заворачиваем его в час, на час в воде. Он положил, жена положила это мясо в воду и забыла. И вспомнила на следующее утро, через 24 часа, 25 часов, все, мясо кушать нельзя. Почему? Считается, что мясо замариновалось. А, в соли. Все замариновалось. Без соли. Просто в воде. 24 часа прошло, эта вещь считается замаринованная. Кавушки мушаль. Поэтому кушать будет нельзя, если это масло, мясо не было... Дальше, let's go. Мясо не было засоленное. На 10 часов не портится? На 10 часов не портится. А сколько может? Дальше, да, мы опять, мы еще только еще три строчки пришли на этом листе. Мы должны идти дальше. Дальше говорит Маратак. Поэтому мы должны знать, некошерное мясо засоленное и кошерное проблема. Потому что мы не говорим, я не могу сказать, это холодное, потому что вкус передается. Дальше. Амаравши, амарав, басар, шехута шамен, шецалу, имбасар, невела кахуш, асур. Сказал Рав, у человека есть огромная печка, не как наши духовки. Он взял кошерное мясо здесь и не кошерное мясо здесь. И кошерное мясо было жирным. И пожарил их вместе, запрещено. Почему? Это жир с кошерного мяса. Он сделает это мясо, которое не жирное, жирным, и вкус передается по воздуху. Они не находятся вместе и не брызгают друг на друга. Теперь. Ра, так сказал Рав. А, так сказал Рав, Амар Раба Шхута. Теперь. Равасу. Как по воздуху. Теперь это на самом деле тоже спор. Рав и Леви. Рав говорит Мильта, Реха Мильта. Леви говорит Реха Лав Мильта. Вопрос такой, вот этот, что там передается? Запах. Правильно? Запах. Он что-то существенное или нет? Рав говорит, да, и в запахе что-то есть, поэтому это запрещено. Леви говорит, нет, запах всего лишь запах. Это не передается. Митве энцулинчне псахим кеха, тот говорит, Мара, есть у нас закон. Два соседа, они хотят пасхальный курбан сделать вместе в одной печке, имеют право или нет? Говорит, нет, мы так не делаем. Нельзя. Почему? Нельзя. Почему? Леви говорит, Таровит гуфин. Леви говорит, мы боимся, что эти два барашка поменяются. И даже Гемара говорит, один козленок, а другой барашек. Теперь его со шкуры сняли, уже не, там нельзя почти определить, какой барашек, какой козленок. А нужно кушать каждому свое. 10 человек сказали, мы будем кушать этого козленка. И 10 человек сказали, мы будем кушать этого барашка. И испекли их в одной печке, а потом забыли. Правый для нас, левый для вас, левый для нас, правый для нас. Поэтому Леви говорит, мы так не делаем. Козленка должны кушать те, кто сказали, мы будем его кушать. Барашка те, кто сказали. Рав говорит, нет, есть две проблемы. И то, что могут эти тела барашков смешаться, и то, что их вкус смешивается. Вкус козленка перешел сейчас в барашка, а те, кто договорились кушать барашка, они козленка вкус не должны кушать. И наоборот. Поэтому он запрещает. По Аллахе в запахе проблем нету, поэтому Аллаха идет как Леви. Амарами, Амарамари кетанае. То говорит... Раммари, что это похоже на другой спор мудрецов Танаим. Это был спор Амуреим, спор. Что там спор? Человек взял горячий хлеб и положил на кувшин с вином. А вино было трума, которое можно кушать коэном. Впитывается туда или нет? В этот хлеб запах этого вина или нет? Равмейр осер рехамильта. Равмейр запрещает. Теперь вино до него не дотрогнулось. Что? Вино испаряется. Если горячий хлеб, он принимает быстро. О, Равмейр говорит, горячий хлеб принимает. Рабиуда говорит, нет. В воздухе ничего нет. Теперь Амар леха рав, дехули альма рехамильтей. Рав может сказать, что здесь нет. Все согласны, что в запахе есть что-то. Но здесь махлоки танаим когда? Теперь, то есть, если был, как вы говорите, хлеб был горячий. И бочка была открытая. Все согласны, что хлеб принимает. Если холодный на холодный, то нет проблем. Если там вопрос, если это ржаной хлеб, что он впитывает больше,
А где спор, когда хлеб или был хлеб холодный и бочка была открытая, или хлеб был горячий, а бочка была закрытая, но все равно запах оттуда испарения выходит, поэтому там спор. Раби Мейр говорит, все равно нельзя. Раби Юда говорит, в этом случае можно. Даже говорит Мара, человек, который испек мясо или хлеб, рыбу и хлеб с мясом в одной печке. Пек хлеб и мясо или рыбу и мясо. Не имеет права кушать потом этот хлеб или эту рыбу с молоком. Да. Рехамильта, если мы идем по мнению, что в запахе что-то есть. Мар Бараваши говорит, если ты сварил или запек рыбу с мясом, даже эту рыбу нельзя кушать. Почему это вредно для здоровья? Это делает, что у человека плохой запах изо рта и, не дай бог, делает его прокаженным. Приводится, да, мясо. Теперь, на этом мы должны двигаться. Следующая мишна у нас. Следующая мишна говорит так. На этом мы закончили, как мы сказали, отдельно должно быть мясо и рыба должно быть отдельно. И сегодня печка, которая у нас есть, мы стараемся пользоваться для одного. Или для мяса, или для рыбы, потому что то, что разрешали менять, эта печка должна быть большая, открытая, там должна быть она чистая, чтобы не капала. Поэтому человек должен решить, для чего он использует свою духовку. Или для мясного, или для молочного. Следующая мишна говорит так. Хамиша дварим баим бетума ве энам нехалим бетума. Мы сказали, Корбан Песах, если весь народ нечистый, или большинство народа нечистого, можно Корбан Песах сделать или нет? Можно делать. Если большинство народа нечистые или коэны нечистые, можно делать. И можно потом этот Корбан Песах кушать в нечистоте. Но если один человек нечистый, то тогда он не может Корбан Песах делать, а делает его через месяц, когда очистится. Следующая мишна говорит так. Есть пять вещей, корбанот, которые даже если народ нечистый или коэн нечистый, мы их приносим, но кушать их части нельзя. Кто это? Первый это Гаомер. Омер это... который на второй день Песха, после этого можно кушать свежую пшеницу. Даже если народ нечистый, этот корбан приносится, но потом он не съедается. В нечистоте его кушать нельзя. Уште алехем, два хлебоприношения, которые приносили на Шавуот. Тоже, если народ, большинство нечистый, их приносить приносили, но кушать было нельзя. Дальше, велехем апаним, то же самое хлеб для коханим, который был на столе, 12 хлебов приносили, но в нечистоте их кушать нельзя. Везивке шальме цибур. Два корбанот, два барашка, которые приносили на Шавуот. Даже был народ в нечистоте, их приносили, но кушать не кушали. Это четвертое и пятое, усире раше ходеши. И козлята на курбан на рош ходеш. Их в нечистоте приносили, но кушать было нельзя. То есть, если все были чистые, можно было часть его кушать, часть сжигали, часть ели, здесь не кушать. Даже говорит Мара, о, у нас есть еще один курбан. Как мы сказали с вами, курбан хагига. Это курбан хагига. Если у человека собралось 50 человек покушать Корбан Песах, а он должен его кушать, когда он сытый, он делал, Корбан Хагига делается на день Йом-Тов, 15-го Нисана. Или день до этого. Для чего? Чтобы он был сытый. Он говорит, а Корбан Хагига почему не написала Мишна? Корбан Хагига тоже общественный Корбан. И все эти Корбанот, как мы видим, были общественные. Должен был отодвинуть Туму. Говорит Гемара, нет, этот курбан не обязательно приносить в первый день, можно принести его все остальные дни праздника. Поэтому он это не отвергает. А для чего написали Рош Ходеш? Чтобы мы подумали, Рош Ходеш может быть не праздник. Говорит Гемара, здесь он имеет как праздник, что это Моэд. Поэтому Рош Ходеш отодвигает и Шаббат, и Туму, но курбан Хагига, как мы с вами учили, не отодвигает ни Туму, и ни Шаббат. Баруха Дуналя Улам. Аминь, аминь.